Ти з собою брати нельзя? Так, тому що можна закрити гіртом, де це поносити. Меры предосторожности на концерте так нужны, как вы считаете, что посматривали сумки? Что нужно. Сейчас наше время, тем более в Мариуполе, конечно. Концерт, знаете, что это концерты в других городах сопровождались всевозможными провокациями? Я знаю, что в Киеве были беспорядки, а где там в других городах. Я не против, выложила в моду и поверили. Это напрягло очень. Ну а почему, как вы думаете, надо это было сегодня? Я не знаю, насколько надо. Было неприятно. Очень правильно, потому что на концерте тут много детей, маленьких. То есть надо все эти меры, да? Естественно, обоснованно посмотрите, что творится в Киеве, в Житомире и так далее. То есть, чтобы в первую очередь зрителям было безопасно находиться на концерте, это все сделать. Ну а Мариуполь, тут настолько полиция, у нас столько предосторожности, может, нам не надо что-то перестраховывать? На самом деле, сколько есть такие мероприятия, сколько мы организовали такие мероприятия, в Мариуполе всегда все спокойно проходит, слава богу. Но на всякий случай, что в первую очередь... Концерт очень много детей, родители были спокойны. Вот такой.